тело Христа. Так вот, они абсолютно это высмеивают. Там, папская обладка, римский антихрист. Но существует масса легенд о том, как иудей, который случайно причастился, или который увидел какое-то чудо, как происходящее с этой гостьей, с этой обладкой, он обращается в христианство. То есть чудо здесь играет очень значительную роль в миссионерской политике церкви. Так вот, даже иезуитский теолог и проповедник XVI века Петр Скарга пишет в своем таком трактате напоминание для протестантов и вообще всех некатоликов. Он пишет, что он рассуждает, кто хуже, протестанты или иудеи. Представляете, этот, конечно же, гонитель иудеев, бесспорно, человек, у которого на знаменах написано, что неверных иудеев вообще-то следует, ну, в идеале их нужно всех обратить, их нужно всех крестить. Если это невозможно, их следует вытеснить за пределы страны. Это как бы общая такая католическая идея. А в некоторых странах замечательно реализовано. В Испании, например. Так вот, он рассуждает, кто все-таки хуже. И приходит к интересному выводу, что протестанты хуже иудеев. Потому что, ну, там следует. А об чем там следуют пункты? Значит, почему хуже? Во-первых, христиане, во-первых, иудеи никогда не были крещены, никогда не давали клятву, да, верности. Следовательно, они не являются отступниками и предателями. Каковыми являются протестанты, которые были рождены, крещены в католической вере, а потом от нее отступили, предали и теперь выступают с такими нападками, да, с такой резкой критикой. Во-вторых, иудеи, что для католика чрезвычайно важно, никого в свою веру не заманивают. Да? У евреев, у иудеев нет миссионерской политики. Да? Напротив, как вы знаете, да? Люди, которые желают принять иудаизм, они должны пройти соответствующую длительную и непростую процедуру, их поначалу отговаривают и так далее. То есть иудеи не ведут пропаганду своей веры. И поэтому, собственно, в отличие от протестантов, которые не просто ведут пропаганду, но, к сожалению, для католического костела, их пропаганда весьма успешна. И реформация становится массовым движением. И от католического костела отпадают огромное число верующих, причем это верующие в значительной своей части, относящиеся к элите. Это в меньшей степени касается необразованных слоев общества, крестьянства. Но элиты, аристократии, это касается очень сильно. То есть католическая церковь теряет. И поэтому таким существенным становится использование заведомого врага. Иудеи являются исконным врагом, да, с первых веков возникновения христианства. Эти общины оказываются
антагонистически в начале, разумеется, нет, потому что вы помните, что все первые христиане, все апостолы, это все иудеи. Христианство возникает как одна секта, одно из направлений, одно из течений внутри иудаизма. Ничего такого особенного. Иудаизм многолик, многообразен, там есть, так сказать, такая полифония. Так что поначалу все замечательно, но постепенно эти отношения, как вы знаете, развиваются самым драматическим образом, и их можно назвать на протяжении веков антагонистическими. И да, в ситуации диаспоры, когда иудеи расселяются по территории Европы, этот антагонизм становится чрезвычайно явным, очевидным, проявляющимся на самых разных уровнях. Это объясняется, опять же, тут не одно какое-то объяснение. Объяснений очень много. То есть это, опять же, композитное такое, составное объяснение. Потому что иудеи очень рано создают замкнутую общину, которая понимает момент такой самосознания, да, что мы находимся во враждебном окружении. Более того, окружение это самое страшное для иудея из всех, какие только могут быть, потому что это, я имею в виду ранние века, да, это окружение описывается как окружение языческое, как идолопоклонники. А идолопоклонство, смертный грех в рамках, да, иудейской традиции. А почему иудеи считают уже не язычников как таковых в нашем понимании, то есть не тех, которые поклоняются идолам, у которых многобожие, да, там, ерилы всякие и так далее. Почему иудеи, расселяющиеся по европейской, так сказать, своей диаспоре, почему они продолжают считать и христиан, христианское окружение, тоже языческим? Это так довольно очевидно. Потому что иудеи, которые ежедневно возносят молитву «Господь един», да? «Адонай эхад», видят, что они оказываются, так сказать, инкрустированы в инонациональное, иноконфессиональное окружение, где уже сразу богов три. Троица. Вот просто перенеситесь мысленно в сознание средневекового иудея, да? Он оказывается перед лицом какой-то чужой концепции, он видит, что там не только три этих бога, что уже само по себе что-то невообразимо страшное, но и еще много каких-то меньших богов. Это святые, это иконостасы, это скульптурные изображения, которые как бы противоречат, да, запрету на сотворение кумира. Причем то, что это кумиры, подтверждается тем, что им поклоняются. Им приносят молитву, им приносят какие-то дары. То есть смотрите на это иудейскими глазами, да, глазами средневекового иудея, благочестивого. Это действительно выглядит все очень страшно. И иудей старается максимально дистанцироваться от этого окружения. Разумеется, он имеет многообразные экономические, социальные, торговые связи с этим окружением. Но не дай бог не более того. Нужно дистанцироваться от этих язычников и идолопоклонников, которые молятся там святому Николаю, да, ну вы знаете, да, существует же
отдельные святые, так сказать, дежурные по разным отраслям, да. Там, не знаю, Святой Антоний по потерянным вещам, там кто-то еще, ну, я не точно знаю этот их пантеон, но во всяком случае известны разделения сфер между различными святыми. Так вот, это пугает иудея. Кроме того, иудей воспринимает свое пребывание в диаспоре, вообще свое пребывание в мире, как некую миссию, которую на него возложил Господь. Как воспринимает христианское окружение этого иудея, это иудейское население? Вот сразу, когда приходит какая-то очень солидарная, единая и закрытая группа, которая говорит на непонятном языке, которая непонятно молится, которая как-то одевается отдельным особым образом, которая держится вместе. Как может окружение это воспринимать? Враждебно. Настороженно, со страхом. Причем это ведь еще и не какое-то неизвестное племя. Это племя, которое описано в Библии, которое описано в Ветхом Завете, которое описано в Новом, главным образом, Завете. И там уж эти люди представлены как просто враги. Это убийцы Господа нашего Иисуса Христа. За это, за то, что они не узнали, не признали в Иисусе Христе Мессию, а продолжают ожидать какого-то там своего Мессию и живут в этом напряженном ожидании, и каждодневно молятся, и живут как бы в предвкушении вот его прихода. Эти люди бесспорно, они не признали Мессию, и они убили его. Это кровь на них и на детях их там. Их диаспора, их рассеяние по разным странам воспринимается христианским окружением как наказание за это. Как наказание за то, что они не признали в Иисусе Христе Мессию. И за это Господь лишил их страны. Их храм разрушен, а сами они изгнаны среди чужих народов. То есть диаспора понимается идеологически, христианской стороной. И если эти люди преследуются и наказаны Господом, то что надлежит делать доброму христианину? Он же должен воспроизводить распоряжение Господа и вообще линию поведения, желательно, да, в идеале. Линию поведения Иисуса Христа, он должен быть уподоблен Ему. Поэтому делом истинного христианина является, разумеется, проповедь прежде всего в иудейской среде, как проповедовал Иисус Христос. Значит, нужно этих иудеев обратить. Но если уж не получается, то, конечно, их нужно также гнать и преследовать, как гонит и преследует их Господь, который выгнал их из страны, разрушил храм и рассеял. Вот как бы, понимаете, тут мы видим, как воспринимает христианское окружение иудейское население и как воспринимают иудеев христиане. Мы видим, что тут неразрешимое противоречие, да, которое не может быть никак нейтрализовано. На этом фоне, разумеется, складывается то основное противостояние, которое, ну, мы условно назовем вот так вот, свой, чужой. Причем это касается
отнюдь не только взаимоотношения между иудеями и христианами. Вы прекрасно знаете, что ксенофобия, да, вот ненависть к чужому, она вообще присутствует, так сказать, в мире, она присутствует прежде всего в животном мире, да, кошки и собаки, вот, отношение к своей территории. Но что в силу этого основного противостояния происходит? Какие тут механизмы работают? Значит, как положительное, со знаком плюс, оценивается вся мифология, идеология, связанная с собственной культурой. Да? Все, что наше, оно прекрасное и замечательное. А все, что чужое, оно отвратительное, мерзкое, страшное, достойное осуждения, преступное и так далее. Мы это знаем на массе примеров, совершенно не обязательно из области иудео-христианских отношений. Более того, мы это видим, скажем, ну я не знаю, этнографы описывают взаимоотношения между двумя деревнями, да? Две соседние деревни, которые идут там бить друг друга, да, вот, а эти там погорелковские, они же такие, эти. И, кстати сказать, в рамках нашей темы, уже, так сказать, детально, кровавый навет. То есть обвинение в том, что потребляется кровь, эти обвинения предъявляются. И предъявляются не только иудеям, но и, например, вообще-то начать с того, что, как вы помните, именно эти обвинения предъявлялись первым христианам. И я напомню вам, что как их горячо и гневно и страстно опровергал Тертуллиан. А римляне видели в этой секте, которая, кстати сказать, с римской точки зрения, да, это какая-то иудейская секта, да, вот эти христиане, ну, вот они там в первой. Самый начальный период, да? Вот среди этих иудеев какие-то есть там христиане, так они уж точно каннибалы, они уж точно, используя там сельскую терминологию, вурдалаки, они пьют кровь. А они, у них это есть в их обряде. И действительно, обряд Евхаристии, обряд вкушения тела и крови Христа, как бы символичен он ни был, но семантика его – это вкушение именно плоти и крови. И как, каким образом христианам отмыться от такого рода обвинений? Частым механизмом является перенос, да? То, что называется перевести стрелки, да? Перевернуть всю эту композицию. И христиане, которые в первый начальный период своего существования христианства, которые обвинялись в ритуальных убийствах и потреблении человеческой крови, они переносят это обвинение на ту конфессию, от которой они хотят дистанцироваться. Из недр, которые они вышли, разумеется, из иудаизма. Но они должны раз отождествиться. Они должны провести демаркационную линию между собой и материнской, что ли, религией. Это делается на разных уровнях, как вы знаете, меняется календарь, меняется, скажем, суббота на воскресенье, вот именно. И, кстати сказать, протестанты выдвигали это как один из доводов Рублёва. Протестанты говорят, ну нигде в Ветхом Завете, который мы почитаем, не говорится ни про какое воскресенье, говорится про субботу. Почитайте субботу. И, кстати сказать, вы знаете, что есть
современном нам мире и в нашем с вами регионе, где мы проживаем, есть и так называемые субботники. Да, есть люди, которые, собственно говоря, в Восточной Европе были такие, было такое течение очень интересное, это такая амальгама из иудаизма и христианства, они назывались иудействующие. Их критиковали за то, что они, так сказать, вот, иудеи, они, конечно же, не иудеи, они избирательно относились к иудейской доктрине и что-то из нее, какие-то элементы брали, в частности, это мы знаем и по русским документам, сохранившимся, и по европейским. Они, например, значит, праздновали субботу, а не воскресенье. Они не ели тех блюд, которые запрещены иудеям. То есть все то, что перечислено в Таре, да, что можно и что нельзя, вот они этого придерживались, потому что они хотели быть последовательными в следовании Священному Писанию. Вот, так что их, конечно, очень критиковали, и уж, конечно, официальная церковь, разумеется, их очень резко обвиняла в близости к иудаизму, а протестанты язвительно о них писали, я имею в виду кальвинисты, лютеране, ариане, наиболее радикальные протестанты. Протестантов тоже очень много, как вы помните, деноминаций протестантских. Они называли их необрезанные евреи, потому что среди тех элементов иудаизма, которые иудействующие выбрали, вот обрезание не было представлено. Они как-то не считали это обязательным. Вот. И бесспорно, они тоже выступали как чужие по отношению к официальной церковной доктрине. Вообще чужих довольно много, да? Ну и все они описываются со знаком минус. И все принадлежащее своей культуре и своей идеологии оценивается как позитивное, и все принадлежащее чужой заведомо оценивается как негативное. Ну, мы с вами очень хорошо это все помним, и совершенно не на религиозном материале, а, скажем, на идеологическом. Например, в русском языке советского периода существовало очень четкое развлечение, например, шпион и разведчик. Да? Если это американский, то он шпион, а если наш, то делает то же самое, разведчик. То же профессию, разведчик. Значит, революция и путч, мятеж. Да? Это одно и то же. Это резкая смена существующего строя, но в случае, если это делает носители, значит, уже представители официальной победившей идеологии, то это, значит, революция. А если это делают противники, то это путч, мятеж. Или, скажем, повстанцы и боевики. Да, чувствуете? То есть это не и язык уж, язык отражения сознания, да, или отражение каких-то идеологий у сознания. Вот. Так что здесь это происходит точно так же. Все то, что хорошо у христиан, все положительное связано с христианами. Все отрицательное. То есть происходит такая инверсия. Почему она происходит на таком даже сознательно-бессознательном уровне? Да, особенно если мы говорим о народных массах, о народном сознании, о мифопоэтическом сознании, разумеется, в первую очередь. Для них вот эта демаркация, свой-чужой, это просто как опознавательные знаки, это включается, эта схема мгновенно. И мгновенно работает негативная оценка
о чужой культуре. Значит, когда мы с вами говорили о причинах, истоках возникновения этого кровавого навета, разумеется, мы не должны упускать из виду, мы называли причины все-таки экономические и политические, социальные. Да? Ну, назовем их социальные, условно. Да? Это все социально-экономические. Это довольно такое рациональное объяснение, поскольку оно связано со стремлением вытеснить более успешного конкурента, да? И занять его место, то есть избавиться от него. Но это тоже абсолютно никак не исчерпывает ситуацию. Я вам должна сказать, что в последнее время с развитием, таким расцветом психоаналитической школы очень интересные концепции выдвигают представители именно этого направления. Они называют, в частности, Дандес, называют это проективной инверсией. То есть, причем Дандес занимает тут достаточно такую радикальную позицию. Он именно исходит из того, что христиане обвиняют иудеев в ритуальном использовании крови. Именно потому, что они сами это делают. Нет, в смысле, что они, именно они, их ритуал каннибалистический, да, не вкушают ответ, а они переносят, это проективная инверсия, они переносят на иудеев то, что они сами хотели бы сделать как, с иудеями. Интересно. Да-да-да, вот. Ну это такой типичный чистый психоанализ, Дандес тут не одинок. Вот в списке литературы к моему курсу приводятся эти его работы, и в частности, к нашей большой радости, его работа, посвященная кровавому навету, переведена на русский язык, переведена Александром Александровичем Панченко, который в свою очередь тоже писал о кровавом навете, между прочим, в связи с хлыстами и скопцами. Понимаете, мы смотрим сейчас, ну, в рамках нашего курса, на эту тему чисто в иудейской перспективе. Но ведь у нас нет монополии на эту тему. Как вы помните, как вы знаете, даже из, я не знаю, там, современного искусства и фильмов о вампирах, вурдалаках и прочих кровавых ужасах. Это вообще очень волнующая тема, популярная. И она не закреплена каким-то монополистическим образом только за иудеями. А взаимные обвинения, кстати, вот внутри вот этой схемы, они существуют. Как правило, тут работает такой механизм. А большинство обвиняет в этом некое чужое меньшинство. Вот тут так работает, потому что эти обвинения существуют и по отношению там, к протестантам, к еретикам. Вот чужой еретик. Вообще я обращаю ваше внимание, я, конечно, не имею возможности на этом как-то так подробно остановиться. Эта тема вообще чрезвычайно интересная, чрезвычайно обширная. Я обращаю ваше внимание на замечательный труд Германа Штрека, посвященный крови в представлениях человечества. Он прослеживает и огромное количество памятников и сюжетов. Его труд, который вышел в 80-е годы XIX века, ну, он переведен на русский язык,
он доступен. У меня есть, я дам вам список литературы, там все выходные данные, все это существует. Значит, этот сюжет кровавый чрезвычайно подробно